Всем привет, вы на канале Crypto Commons, и это быстрый срочный апдейт по Ripple. Ребят, ну что тут скажешь, наконец-то to the moon, всех поздравляю, утро началось прекрасно, у меня лично PNL 500%, напишите, торгуете ли этим вы и в какой позиции. Значит, что я об этом всем думаю? Во-первых, если мы посмотрим график Ripple с замечательной биржи Poloniex, которая некогда была крупнейшей по объему торгов еще до Binance, а сейчас уже, когда я после того, как купил Justin Sun, попахивает низколиквидным скамом. Так вот, здесь был сквиз до 0 баксов по Ripple, чтобы вы понимали. Это был конкретный лонг-сквиз всех, кто стоял в каком-либо плече, или у кого были стоп-лоссы там по центу его продать. И все, собственно, long squeeze, и ракета заряжена. Посмотрите-ка, ракета собирается, видимо, на Луну. Давайте теперь определим, переписывать только local high она собирается, эта ракета, или же переписывать global all-time high. Напишите в комментариях. Или вы вообще скептик, медведь, и считаете, что вот у нас более вероятно это вот такое нисходящее сопротивление, и мы упремся где-нибудь в районе 0.88 по Ripple и отвалимся оттуда назад вниз. Напишите свой вариант внизу. Что еще я могу сказать, что Stellarчик тоже вслед за ним оживает. Смотрите, Ripple на 30%, Stellar на 15-20%, тоже выходит из этого разворотного W, о котором мы с вами говорили у нас на канале довольно-таки давно. Так что, друзья, если вам нравится срочный криптоапдейт, обязательно ставьте лайк, проверьте, подписаны ли вы на Crypto Commons и на наш Telegram. Вот, а также напоминаю вам, что на бирже Femix сейчас идет премайнинг их токена XPT. Все, что вам нужно, это торговать на фьючерсах, как вы обычно торгуете в любых парах, кроме золота и еще какой-то одной пары там написано. И все, и вам будут капать вот эти XPT токены. А еще я вчера забыл сказать, что у них есть трейдинг-бот. Новая фича. Если вы не знаете, как сейчас торговать или куда вставать, вы можете просто закинуть туда чуть-чуть, в этого трейдинг-бота, и он будет сам расставлять сетку ордеров и делать всю работу за вас. Так что попробуйте эту фичу, она тоже влияет на минтинг этих токенов. Если вам лень торговать, вы можете настроить трейдинг-бота и посмотреть, сколько вам накапает токенов. Вот, а так, да, в кросс-марже я здесь собираю портфель под 0%, портфель альткоинов. Все как раньше и было, все как говорил, друзья. Вчерашний сигнал по TRDR, как вы видите, отработал по биткоину. Сильные покупки, цена пошла наверх. Так что теперь следующие цели, я думаю, 34-36 ближайшие. Ну а там посмотрим. Охренеть, я еще совсем забыл, что у меня лонг по Ripple открыт на бирже Bitflex. На новой бирже Bitflex, на которой нет никакого KYC, никаких ограничений по территориальным зонам. Короче, все те, у кого есть проблемы, где торговать, вот переходите на Bitflex, ссылка в описании. Короче говоря, я думаю, что я его еще подержу, на самом деле, этот лонг. Если мы сейчас пойдем закрывать этот импульс, если это как бы финита на 5 минутках, то тут ему есть куда упасть, конечно, смотри. 0.5 FIBA, 0.55, 0.61.8, 0.53. Вот статистически, если он упадет на 0.54, 0.53, вот там его можно попробовать подобрать. Но и то не факт, что это будет продолжение аптренда сразу. Поэтому смотрим. Но есть другой вариант, что еще никакую FIBA рисовать не надо, и это еще не конец, ребята. И возможно, что если сейчас большинство зашортит его вот здесь, то он просто возьмет и полетит на 0.8. Так что, друзья, всем to the moon, торгуйте осторожно, все ссылки в описании, профит роли, и увидимся скоро, пока.